практика 108 дней. Что это такое и как это работает, сейчас расскажу. Представь, что наши родители — это как батарейка, которая заряжает наше прошлое. И если у нас не очень хорошие отношения с ними, много обид, напряжение, то мы можем почувствовать, что не получаем той самой поддержки. Практика помогает нам улучшить эту энергию, чтобы стать более счастливыми и более гармоничными. От гармонизации отношений с папой обретается ощущение защиты, удачи, финансовое процветание, понимание целей своей жизни. И гармонизация отношений с мамой обретаются материнские чувства, забота, мягкость, женственность, интуиция, обретается внутреннее счастье. Психологический опыт, связанный с написанием утверждений, особенно левой рукой, может активировать эмоциональные процессы в той самой лимбической системе, особенно если в процесс написания вовлечены личный эмоциональный аспект. Лимбическая система — что это? Это комплекс структур в головном мозге, отвечающий за эмоции, память и мотивацию. И она играет ключевую роль в регуляции наших чувств, формировании воспоминаний и мотивации к действиям. Какие критерии вы хотите изменить и в каких жизненных сферах?